20 февраля 2020 года, 11:50, температура плюс 8, солнечная погода, ветер слабенький, 3 метра в секунду, почти незаметный, солнечная погода, передние стенки ульев прогрелись и пчелы вылетают на облет, хотя температура невысокая, всего лишь 8 градусов, 8,1 градуса. Днем будет теплее, температура еще поднимется градусов до 8,5, до 9, может быть даже и больше. И пчелы активнее будут летать. На днях обещают похолодание, морозы до 3 градусов ночью. И пчелы чувствуют, что пока есть возможность, пока благоприятная погода, нужно облетываться. Пчелы ищут воду. Нужно ставить в улье поилки с водой. Уже пошел расплод. Пчелам требуется влага. И они даже при такой низкой температуре, всего лишь плюс 8 градусах, вылетают и стараются найти влагу для того, чтобы принести ее и дать личинкам своим. Для выращивания расплода требуется вода. Нужно ставить поилки с подогревом электрическим, чтобы пчелы могли брать чистую воду и подсоленную воду из теплых поилок. Ночью был мороз около 3 градусов, на металлических крышках ульев был иней, утром он растаял, сейчас практически полностью испарился, и пчелы пытаются искать на этих поверхностях воду, собирают ее и несут в ульи.
2 часа дня, температура в тени плюс 11, а на солнце 13,8 градусов. Пасека массово пошла на крыло. Начался облет, как весной. Такой температуры еще весной, точнее сказать, зимой, этой не было. И пчелы пользуются моментом, облетываются перед похолоданием, которое по прогнозу обещают в ближайшие 2 дня. Те ульи, которые на солнце стоят, подогрелись, в них пчелы выходят на облет. Те ульи, которые в тени находятся, пчелы из них выходят поодиночке. Приятное жужжание, ветра почти нет, небольшой ветерок слабенький такой дует. На солнце ульи прогрелись, и это позволило пчелам облетываться. На камеру и на пальцы капают капельки при облете пчел. Нужно прятаться, потому что вся одежда будет заляпана, и камера тоже. Пчелы пользуются тихой погодой и летают. Наконец-то более массовый облет начался, а не поодиночный, как это было в предыдущие дни в феврале месяце. Ульи, которые на солнце стоят, подогрелись. Если рукой потрогать стенку, ну, чувствуется тепло от дерева. И при толщине стенок в 30-40 мм, у меня есть улей даже 50 мм толщина стенки, он на солнце нагревается, пчелы это тепло чувствуют и выходят на облет. В пенопластовых ульях при гораздо более лучшей теплоизоляции такого эффекта нет. Пчелы не ощущают тепло, которое идет снаружи от солнца, потому что пенопластовый улей дает хорошую теплоизоляцию. А в деревянных ульях тепло лучше проходит. Но летом нужно такие ульи затенять, чтобы не перегревался улей внутри и чтобы пчелы не занимались охлаждением, принося воду. Хорошо летают. Конечно, не массовый облет, но для февраля месяца это достаточно хорошо. Удачная погода сегодня. Облет радует. Температура поднялась на солнце до 14,2 градусов. Ну, это на солнечной стороне улья. А в тени около 11 градусов тепла.
как будто бы март месяц. Снега нет, тепло, солнце пригревает, и пчелки шикарно летают. Этот улей в тени находится, на него солнце еще не попало в достаточной степени, но пчелки тоже выходят на облет и потихоньку летают.